Так, всем доброго времени суток. Сегодня решил сыграть в игрульку одну под названием Guns of Boom. А то, понимаешь, везде ее показывают, везде ее там крутят, этот самый на кедре постоянно вставляют. Я думаю, как-то этот самый заинтересовала меня. Интересная игрушка. И сегодня мы, значит, в нее немножко порубимся. В игрульку найдем в нее сейчас. И немножко поделаем. Oh!
Bombastic. Gil assist. В общем, игруха вполне себе такая ничего, даже прикольная. В принципе, когда делать нечего, очень даже можно порубиться, поэтому можно ее даже порекомендовать поиграть. В общем, замечательная игрушечка вот такая вот была. Это у нас такой типа обзор, не обзор, или проба, или как там игра на камеру. В общем, такие вот у нас пирожки. Игрушка вполне играбельная, чем-то похожа, даже не похожа, а очень похожа на Counter-Strike. Но Counter-Strike как-то поинтереснее, потому что на компьютере как-то другие ощущения игровые. Ну и здесь, в принципе, очень даже неплохо. Если делать нечего, можно часик-другой убить. В общем-то, хорошая игрушка. Так что всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем видео. Всем спасибо, пока.